Губернатор Дмитрий Артюхов посетил фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида Арт», где осмотрел павильоны регионов, пообщался с участниками и рассказал о планах по созданию постоянной резиденции «Ямала» на территории арт-кластера. В этом году на фестивале представлены 7 стендов, каждый из которых рассказывает об уникальных особенностях региона. Ямал представил абсолютно новый павильон, который отсылает к домашнему уюту, теплу и значимости ямальского газа, который согревает россиян. Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал, что сотрудничество с кластером будет расширено. Там появится творческая резиденция региона. Есть план по созданию региональных резиденций здесь, в Тавриде. Мы будем в этом принимать участие. Есть большое желание создать такую постоянную точку Ямала на этой площадке, чтобы наша талантливая молодежь могла приезжать сюда. Это будет такой, как сказать, наше постоянное представительство. Ну и к тому же это будет служить развитию всей большой площадки. Дмитрий Артюхов провел сразу две встречи с участниками фестиваля. Сначала встретился с северянами. В этом году на Тавриду прибыли 25 молодых ямальцев из 10 муниципалитетов округа. Двое из них поборются за гранты Росмолодежи. А в лектории Российского общества знания глава региона рассказал гостям масштабного события о Ямале. Ребята спрашивали об условиях творческой реализации молодежи, развитии андеграундного искусства в регионе, карьерных перспективах на Ямале. Во время встречи сразу несколько человек задумались о переезде в регион и спросили, как это сделать. Мы сейчас работаем над тем, чтобы создать программу такого, знаете, пошагового сопровождения специалиста при переезде. Это, конечно, еще надо настраивать, мы только лишь в начале этого пути, но хотим сделать так, чтобы вот у человека была понятная траектория. Также Дмитрий Артюхов рассказал о разработке нацпроекта «Молодежь и дети» и о том, что он включит в себя развитие круглогодичных молодежных центров, в том числе Тавриду. Эрнест Бавшин, Антон Иванов, новости Муравленко.